удалось мне запустить диск. Вот. Несмотря на то, что он за год включается два раза, вся у него, соответственно, это самописцы все CD-R-ки. Тем не менее, электроника понемножечку просыпается, вот уже и работает громкость. И постепенно все функции к нему возвращаются. Такое ощущение, что он как какая-то мумия, да, которая дремлет, потом разбудили, потревожили, проснулась и вперед начала молотить. Вот так звучит CD, самописец. Ну, то есть... Очень приличный звук. Нежная колыбель из зеленой травы не примет в постель, что ж ей по щекам золотистый дух. Получается, высокие и средние звучат более чем не хватает. Так звучит диск. Ну, радио что-то среднее между кассетой и CD. Надо же, работают все функции и опции. Если все пойдет по плану. Так что, если вам попадется вдруг подобный аппарат, можете смело его брать, так как он по звуку достаточно достойно выглядит для своего уровня. Вообще, для своего уровня он выглядит просто великолепно, если честно. Вот. Этой акустики не хватает только баса. Ну, какой бас можно от него ожидать? А так, в общем, все на уровне. Больше легко, а меньше тяжело. Получается, прерывисто работает. Если прерывисто, тогда уходит. Вот такой вариант. Такой вариант. На удивление, все фонари, вся индикация исправна. Ничего не перегорело, не сгорело. Да. Был техникс как-то у меня, тот блочный. Так он после 10 лет начал понемногу гаснуть медленно. Индикация. Этот, на удивление, может быть, только кнопка стендбай, если она здесь подсвечивалась, но, наверное, вряд ли перестала. А так, вот такой аппарат.